Привет! Тысячи туристов ежегодно едут в Тенерифе посетить знаменитый Драго парк, где растет уникальное растение – драконовое дерево. Талисман благополучия, любви, источник положительной энергии и вечной жизни. Но нам, израильтянам, чтобы увидеть это необычное дерево, ехать на Канарские острова не нужно. Драконовое дерево растет здесь, у нас, в Израиле. Вы знаете, очень символично, что именно в этом году, году зеленого деревянного дракона по китайскому календарю, драконовое дерево зацвело. А цветет и плодоносит оно один раз примерно в 15 лет. Ну как упустить такую возможность и не увидеть это чудо? Древняя легенда гласит, что на острове Сокотра в Аравийском море жил страшный дракон, который нападал на слонов и выпивал их кровь. В одной из схваток с могучим и бесстрашным слоном дракон погиб, а на его крови выросли первые драконовые деревья. Существует еще одна древняя легенда. Некогда люди, жаждущие стать всемогущими и бессмертными, начали истреблять драконов, в крови которых пульсировала эссенция вечной жизни. Люди убивали драконов один за другим, но не получали желаемого могущества, потому что кровь, добытая преступным путем, теряла волшебную силу. И вот на земле остался последний мудрый дракон. Люди долго думали, как сделать так, чтобы достичь своей цели, и вырвали у него живого сердце. Но дракон перед смертью распластал огромные крылья, прижался к земле и простил своих мучителей и убийц. В крови дракона, которую впитывала земля, не было ни ненависти, ни боли, только жалость к злым и неразумным людям, только прощение и сострадание. Из окровавленной земли выросли деревья с корнями, похожими на жилы. Деревья любви, света и доброты, в которых навсегда осталась эссенция вечной жизни. Самое необычное, что при повреждении коры из ствола начинала выделяться смола, которая на воздухе краснеет, как будто дерево кровоточит. Люди заметили, что этот сок заживляет раны, лечит инфекции и опухоли. Одним сок дерева возвращал здоровье, другим сохранял жизнь. Ну что ж, попробуем, какой на вкус плод драконового дерева. Косточка. Не
необычно. Но кожица очень жесткая. Но вкус необычный. Ребята, я попробовала плоды драконового дерева. А вы пробовали?